перед тем в этом видео буду вам показывать самые дешевые покупки из магазина Fix Price. Вот такой целый пакетище я закупила. Только что пришла из магазина и сразу же решила снимать видео, пока есть настроение. Надеюсь, у вас не будет смущать шум на заднем плане, просто открыть окно, потому что жутко жарко. И тем более я его не могу закрыть, потому что коты там засели и просто не дают мне его закрыть. Итак, давайте начнем. Первое, что поместилось в пакет, это вот такая вот крышка для микроволновки. Мне очень понравился узор. Такой гжель называется, да? Очень красивая роспись. Также там еще были такие с розовыми цветами какими-то, но мне понравилось вот это. Тем более под белую микроволновку, почему бы и нет. Стандартная штука, 45 рублей, и красная цена. Так что идеальный вариант купить в фикс-прайсе. Так, дальше буду не по очередности показывать, то, что попадается под руку просто. Так, вот это просто очень классная вещь. Когда увидела, у меня прям это, сердечки в глазах появились. Это, короче, набор, чашка и блюдце. Вот так вот выглядит коробка. Открываем. И вот так вот тут у нас чашечка и блюдечко пупырчатый. Такой обёрточки. У нас идет вот такой очень красивый чайный такой наборчик. И вот, посмотрите. Вот. Я когда увидела, мне сразу вспомнилось что-то там Екатерина II или что-то такое. Очень красивый такой наборчик. Стоит он 90 рублей. То есть отдельная кружечка 45 рублей и отдельная блюдечка 45 рублей. Мне кажется, отличная цена. Очень красиво выглядит. Буду кофе попивать. Я очень довольна. Очень красиво выглядит, смотрится. Я влюбилась. Далее две одинаковых вещи. Это такие вот формочки для кексов. Для запекания кексов. Я взяла, конечно же, розовенькую, голубенькую. Там есть разные цвета. Мне, кстати, очень нравится вот эта вот серия Kitchen Fix Price. Очень достойные продукты там. Много всего интересного. И глаза разбегаются просто. По 4 штучки идет. 4 штучки 45 рублей. Вот такие я взяла. Силиконовые. Мне кажется, будет очень классно делать в таких формочках кексики. Так, дальше. Тоже для кухни взяла такую вот рукавичку и прихватку. 45 рублей, мне кажется, очень даже дешево за вот такой наборчик. 5 с плюсом тоже ставлю. Обычные, ничего не требуется такого супер стоящего в таких вещах. Так что главное, чтобы красивенько было. Короче, вот, старые уже поистрепались, и вот разменить. Так, далее из чулочной темы взяла вот такие вот колготки. Черные, 20 ден. Не вижу смысла просто покупать дорогущие колготки, они все равно одинаково все рвутся. Только дорогущие, возможно, я два раза поношу, а эти один. Пока я не готова открывать свои голые ноги. Еще не свыклась с тем, что уже как бы лето. Я взяла размер 2-3, потому что боюсь, что 1-2 с меня будет сползать. Поэтому взяла 2-3. Пока не готова свои ноги голые открывать, потому что они не загорелые, а за загаром мазаться не очень хочется, потому что верх все равно бледнющий. Летом буду ходить в солярий, так как никуда не собираюсь отдыхать, лететь. Так что да. Вот. Такие вот дела. Далее взяла такие носочки капроновые, 3 пары. Понравился цвет, то, что они такие бежевые, не какие-то желтушные, не коричневые. То, что надо прям. Под джинсики. Вот. Тоже неплохо. Далее для коте взяла вот такую вот игрушку. Игрушка-дразнилка такая на палочке. Кстати, палочка деревянная. Не пластиковая, которая ломается в два счета. А вот деревянная, попрочнее. Вот, сейчас проверим. Вот, тут у нас мышка на резиночке. О, Марсик уже бежит, услышал. Тут такой бубенчик висит. Все, Марсик уже в теме пришел. Все, как довольны, я тоже довольна.
Знаете, развлекайтесь. А мы продолжим. Так, далее. Блин, сейчас вы будете смотреть на кошек, да? Надо их брать. Для машины взяла вот такой вот ароматизатор автомобильный. Мне очень понравился формат. Это вот такой вот кедик. Очень миленький. Я взяла с лавандой. Там есть яблочный, вишневый запах, лимонный вроде бы. Да, я взяла лаванду. Потому что пахнет резиной. Вот такой. На резиночке со шнурком. Я чувствую только резину. Вот эту вот подошву только чувствую. В каком месте там лаванда? Может, он потом как-то раскроется. Ну, не знаю. Короче, все равно машину повесим. Будет болтаться на зеркале. Мне нравится. Коты опять пришли. Пойдите, мой звездный час. Далее купила такую вот половую тряпку. Она там очень большая, 80 на 100. Обычно половая тряпка. Хозяйство пригодится. Далее, просто бомбезная штука, так как мы очень любим Сереже делать макароны с сыром, то я взяла вот такую вот терку для сыра с лотком. Вот так вот это выглядит. Вот так вот это вот открывается. Мелкая терка. Очень удобно. Вот не надо брать эту огромную терку, потом ее мыть муторно. А вот эту вот очень легко. Вот так вот. Сыр натер в контейнере, весь сыр остался, высыпал в соус, макароны потом. И очень легко, мне кажется, будет мыть. Что да, отличный вариант. Я взяла синий цвет, так что там еще какой-то желтый или зеленый. На ножницы. У меня уже есть одни ножницы из фикс-прайса, но они как для кухни считаются. Взяла вот такие вот для швеи. Короче, такие обычные. Очень хорошие ножницы в фикс-прайсе. Те до сих пор не затупились. Я ими уже пользуюсь около года. Очень классно все режут. Я режу бумагу. Так что мне больше, в принципе, ничего не надо. Взяла фиолетовый цвет. Мне очень нравится фиолетовый цвет. Фиолетовый, розовый. Вот. Тоже так же там были разные. Далее идет вот такая вот рамка. Раньше, где-то пару недель назад, в фикс-прайсе была коллекция, посвященная лаванде. Там всякие тоже были полотенчики, прихватки, рамки, цветочки лавандовые. И вот из той серии осталась фоторамка. Там есть два варианта. Такая вот коробочка красивенькая. И вот такая вот, собственно, стеклянная рамка. Я выбрала вот такой вот рисунок. И также там еще есть просто фиолетовая и цветы лаванды на фоне. Мне вот это больше понравилось. Сюда вот так вот фото вставляю. Кстати, какой размер фото. Короче, фиклом. Фиклом они размер фото, мерите сами. И сзади выглядит вот так вот. Конечно, очень халтурно сделано. Такая картонная подставка, которая очень быстро выйдет из строя. Рамка стеклянная, если она хоть один раз упадет, она сразу же разобьется. Надо быть очень осторожным, но само мне очень нравится. Сама рамка, да. Кстати, я уже придумала, что поставить в эту рамку. У меня есть вот такая вот карточка из альбокса. Keep Cal and Block On. Мне кажется, отлично по цветовой гамме даже вписывается. Вот как-то так. Мне кажется, очень-очень круто смотрится. Что вот такая вот у меня штучка будет стоять. Вот так вот. Тоже для кухни. В таком пакетике. У нас идет сушилка для губки и щеток. Вот такая вот. Убираем бумажку. И тут у нас вот такой вот контейнер идет. И внутри сеточка, такая подставка. Для губок и щеток. У меня, кстати, только губки у раковины стоят, щетка у меня нет. Из вещей это все. И купила из водички вот такую вот фигнюшку. Пепси. Кока-кол там нету. Раньше я, кстати, любила больше пепси. Сейчас я больше люблю кока-кол. Не знаю почему. Но мне баночки больше нравятся. Две пепси за 45 рублей. И эффект воду. Это вода энергетик у нас считается. Но нам Сереже просто нравится вкус. Мы не наркоманы, не думайте. Ва. Реклама эффекта. Классно. Меня, кстати, спросили, когда я покупала эту воду, спросили, а вам есть 16 лет?
На этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Знаю, что такие видео очень народ любит. Я тоже такие видео люблю. И да, я сегодня хорошенько закупилась вообще. Спонтанно зашла в Фикс Прайс, как всегда, позырить. Люблю там всякие там наклейки покупать. Кто где это мой новый котёночек? Ну, не мой, как бы я его нашла в подъезде. Но он у нас уже 2 недели живет. Это я его собираюсь так отдавать. С Марсиком они бесятся вот. От всей души бесятся, особенно утром в 6 утра. На этом все. Если вам понравилось это видео, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Всем спасибо за внимание и всем пока!